Очередной антирекорд по инфицированным в Волгоградской области за минувшие сутки побит. На 6 ноября коронавирус выявили у 465 волгоградцев. Из стационаров выписано 292 пациента. 31 человек скончался. С начала пандемии в регионе зафиксировано 3731 летальный исход. За все время буйства COVID-19 в Волгоградской области вирус перенесли 106 709 человек. Выздоровели 93 103 волгоградца.